Кабуле в результате нападения террористов на гостиницу «Парк Пэлас Хотел» погибла гражданка Казахстана, 28-летняя Айгерим Абдулаева. Информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел нашей страны. В Афганистане девушка временно проживала со своим супругом, гражданином Италии, работавшим иностранным советником в Министерстве индустрии и торговли Афганистана. Трагедия произошла накануне около 6 вечера. Во время концерта, организованного для иностранцев, на гостиницу напала группа террористов-смертников. Бой с полицейскими длился 7 часов. Все нападавшие ликвидированы. А вот к этому часу сообщается о 14 погибших заложниках. Это граждане США, Великобритании, Италии и Индии, а также местные жители. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Талибан». Силовикам удалось спасти 45 человек. Эта атака началась не со взрыва или убийства охранников, она началась внутри отеля. Сейчас наши следователи выясняют, как террористам удалось попасть внутрь здания.